К другим темам. Сразу несколько важных законов подписал Владимир Путин. Президент утвердил поправки в жилищный кодекс. Теперь долги по ЖКХ запрещено передавать коллекторам. Право на взыскание осталось только у жилищных кооперативов, управляющих компаний, ТСЖ и организаций, которые поставляют ресурсы. Еще один закон вводит наказание для тех, кто мешает работать медикам. Оно зависит от последствий для пациента. Если ему в итоге был причинен тяжкий вред, за помехи врачам грозит до 3 лет тюрьмы. Если пациент умер, то уже до 4 лет лишения свободы. Строже будут наказывать и тех, кто отказывается пропустить скорую на дороге. Штраф возрастет в 10 раз до 5000 рублей, а срок лишения прав до года. Также глава государства подписал пакет законов, которые усиливают ответственность за нарушения при техосмотре. Водителям, кто сядет за руль машины без диагностической карты, теперь грозит штраф в 2000 рублей. Но гораздо большую сумму придется заплатить тем, кто получает документ без реального осмотра автомобиля. Гражданам до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, организациям до 300 тысяч. А для тех, кто поставил на поток изготовление серых диагностических карт без фактического техосмотра, вводится уголовная ответственность. Если речь о группе лиц, то до 5 лет тюрьмы.